Чувашии выделено 323 миллиона рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В республике стартовала заявочная кампания по приобретению путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эти и другие вопросы были рассмотрены на совещании главы Чувашии с руководителями администрации муниципальных районов и городских округов. По поручению президента России Владимира Путина Чувашии дополнительно выделено 323 миллиона 270 тысяч рублей на завершение программы по переселению из аварийного жилищного фонда. Это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию руководства республики с правительством Российской Федерации, Минстроем России и Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Это средства, которые помогут нашим строительным организациям строить жилье по тем параметрам, по тем социальным нормам и, соответственно, получать для себя государственный гарантированный заказ. К 1 сентября текущего года предусмотрено переселить 13 100 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде общей площадью 172 тысячи квадратных метров. Основные объемы дополнительных средств будут направлены на поддержку городов Чебоксары и Шумерля. Сейчас же есть все условия для выполнения указа президента России номер 600 о мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг. Необходимо найти варианты решений и своевременно подготовить необходимую конкурсную документацию, потребовал Михаил Игнатьев от руководителей администрации городских округов. 1 апреля стартовала заявочная кампания по приобретению летних путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Родители и законные представители обращаются в организации социального обслуживания населения. Для работы с детьми Центром молодежных инициатив Минобразования Чувашии обучены 520 вожатых из числа студентов. В лагерях ребята же дают профильные специализированные смены по 10 направлениям, в том числе военно-спортивная, эколого-краеведческая и творческая. 8 апреля самая большая нагрузка ложится для города Чебоксары, для родителей, поскольку у нас желающих обычно в городе около 36 тысяч, а предоставляется порядка 5700 путевок только в загородные оздоровительные лагеря. Третий этап у нас стартует 15 апреля для обучающихся школ города Чебоксарска. И 22 апреля будет стартовать прием заявок школ муниципальных образований городов и сельских районов Чувашской Республики с исключением города Чебоксары и Новочебоксарска. Минобразование Чувашии создает систему общественного наблюдения за ходом заявочной кампании. К участию приглашаются родители, студенты, представители СМИ и блогеры. Родион Архипов, Расиль Мухаметов, Республика.